Добрый день. Меня зовут Анна Несмею. Я руководитель сообщества внутренних коммуникаторов. И в этом ролике за полторы минуты я расскажу вам, что такое корпоративная культура. Мои клиенты иногда говорят мне: «Что вы, в нашей компании нет корпоративной культуры». Но это нелепость. Компания без корпоративной культуры – это то же самое, что местность без погоды. Корпоративная культура – это все правила, традиции, обычаи, способы одеваться, здороваться, передавать друг другу задания, отчитываться перед руководителем, праздновать Новый год, поливать цветы, провожать на пенсию, выплачивать пособия тем, кто женился или у кого родился ребенок. Словом, все то, что объединяет вас, что делает вашу компанию уникальной и неповторимой, как погода в какой-то местности, и есть корпоративная культура. У нее есть отдельные артефакты, но об этом мы поговорим в другом ролике. Так вот, если вы хотите понять, какова ваша корпоративная культура и научиться управлять ей, добро пожаловать к нам. Мы можем провести аудит вашей корпоративной культуры или стратегическую сессию для ваших руководителей, чтобы понять, каким же ценностям вы руководствуетесь и куда вы идете. Мы вас ждем.